заседании Высшего Евразийского экономического совета предстоит... Уважаемые члены Высшего Евразийского экономического совета, уважаемые участники заседания, позвольте поприветствовать всех участников сегодняшнего заседания и поблагодарить российскую сторону за прекрасную организацию нашей встречи и традиционно теплый рабочий прием, который нам оказывается здесь, в Санкт-Петербурге. Уважаемые коллеги, участие в Евразийском экономическом союзе является одним из приоритетных направлений деятельности нашего правительства. Торгово-экономическое сотрудничество со странами ЕАЭС становится одним из важнейших позитивных факторов, влияющих на экономический рост и внешнеторговый потенциал страны. Так, рост товарооборота Армении со странами ЕАЭС за первые 10 месяцев 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года составило 15%. Объем экспорта в страны ЕАЭС за тот же период увеличился более чем на 22%, в то время как общий объем экспорта Армении увеличился на 11,7%. Увеличивается также и доля стран ЕАЭС в общей структуре экспорта Армении. Данные факты, думаю, свидетельствуют не только о благоприятной конъюнктуре, сложившейся на рынках ЕАЭС для наших товаров, но и об эффективности инструментов свободной торговли, действующих в нашем Союзе. Армения заинтересована в дальнейшем углублении интеграционных процессов ЕАЭС, готовые впредь прилагать все усилия для совершенствования институтов интеграции и поиска новых путей и механизмов сотрудничества. В этом контексте хочу заметить, что Армения приветствует декларацию о дальнейшем углублении интеграционных процессов и поддерживает ее положение, определяющие философию нашего сотрудничества и основные направления его развития. Мы убеждены, что интеграция наших стран призвана служить созданию комфортных условий для ведения бизнеса и полноценной реализации человеческого потенциала. Чем существеннее прогресс в этом вопросе, тем более хозяйствующих субъектов и отдельных лиц будет заинтересованы в углублении интеграции. Процесс интеграции будет более динамичным, если наши граждане увидят, что параллельно с этим улучшаются их жизненные условия. Уважаемые коллеги, правительство Армении нацелено на развитие технологических секторов экономики. Информационные технологии являются самой быстро развивающейся отраслью нашей экономики и потенциальным конкурентным преимуществом нашей страны. В этой связи особый интерес для нас представляет цифровая повестка Евразийского экономического союза. Она полностью созвучна с нашими приоритетами, и мы заинтересованы в ее полноценной реализации. Особую важность Армения придает диверсификации внешнеэкономических связей. Мы всецело поддерживаем основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2019 год и усилия, направленные на расширение географии договоров о свободной торговле. Считаем приоритетным сотрудничество с Европейским Союзом, а также со сторонами, которые являются нашими непосредственными торговыми партнерами. Армения готова стать эффективной платформой для развития торгово-экономических отношений с Ираном. Мы также готовы принимать активную роль в переговорах с Египтом по соглашению о свободной торговле. Мы заинтересованы в скорейшем вступлении в силу договоров с Ираном и Китаем. Правительство Армении завершает внутригосударственную процедуру ратификации этих документов и вскоре после проведения парламентских выборов внесет их на одобрение Национального собрания страны. Уважаемые коллеги, сегодня в Армении происходят изменения, затрагивающие по сути все стороны жизни нашего общества.
Как вы знаете, через 3 дня у нас пройдут внеочередные парламентские выборы. Я могу с уверенностью заявить, что сегодня в Армении имеются все условия, необходимые для проведения самых открытых, свободных и справедливых выборов, имеющих место в нашей стране за последние 1/4 века. Созданы все условия для свободного волеизъявления нашего народа. Новый парламент даст народу Армении возможность для формирования правительства, деятельность которого будет нацелена на достижение скорейших результатов в приоритетных для нашего общества областях, а именно в борьбе против коррупции, укреплении институтов верховенства закона и создании равных условий для всех субъектов, действующих в экономической и политической жизни нашей страны. В конце хотел бы затронуть вопрос о представленности Армении в Евразийском межправительственном совете. Руководствуясь принципом партнерских взаимоотношений и конструктивного подхода в том, что касается функционирования нашего союза, мы не настаиваем на незамедлительном обсуждении этого вопроса и принятии соответствующего решения. Однако это чувствительный для нас вопрос, и мы бы хотели оставить его в общей повестке наших обсуждений с целью достижения взаимоприемлемого для всех нас решения. И завершая свое выступление, хочу заверить, что Армения готова к принятию эстафеты председательства в Высшем Евразийском экономическом совете и рада будет принять одно из его заседаний. Мы приложим все усилия для успешного выполнения этой важной и ответственной задачи. Надеюсь, через год мы будем иметь более консолидированный союз, служащий интересам наших экономик, государств и народов. Благодарю за внимание.